Суббота, вечер. На площадке перед Брестским ЦУМом шумно и многолюдно. Собралась здесь брестчан и гостей города красавица елка. Главное, в Ленинском районе зажжению огней предшествовала концертная программа. Песни и танцы, шутки и громкий смех. Все составляющие хорошего праздника оказались в наличии. К встрече нового 2018 года брестские ленинцы, судя по всему, уже готовы. Я, наверное, в преддверии Нового года должен сказать спасибо и труженикам Ленинского района, практически всем руководителям предприятий, учреждений, которые стараются и делают наш город лучше. Поэтому я думаю, что у всех приподнято настроение, и мы чувствуем, наверное, какое-то ожидание добра, мы ждем Новый год. Долгожданный момент облачения праздничной елки в наряд из переливающихся огней случился аккурат в те минуты, когда на город опустились сумерки. Зажгись огнями яркими, нам лица озари, и в честь общей радости все вместе сияй, свети, гори! Точно запомнится участникам праздника огненная часть программы, настоящее фаер-шоу. И каждый считал своим долгом оставить частичку волшебства на память, сохранив видеоотчет на мобильном телефоне. К слову, помимо главной лесной красавицы, в Ленинском районе установлены еще 7 елок, точек притяжения на время праздничных гуляний. Вообще у нас предприятия закреплены по всему району. Допустим, очень красивая елка есть на речке Новой, ее поставил Брестский мясокомбинат. Вот, другие елки, Полесье жилстрой, да, республиканской. А вот здесь, возле ЦУМа, ну, как говорится, сам Бог велел им участвовать. Это елка Санта-Бремер с участием администрации города. Вот это их елка, они ее здесь поставили. Они обещали это сделать, когда откроется ЦУМ, и они слово сдержали. Однако украшают Брест не только зеленые символы Нового года. Многие предприятия и организации подошли к вопросу творчески. Город сияет мириадами огоньков. Вся эта красота уже доступна для фотографирования и, кстати, максимально комфортно для этого процесса приспособлена. Пример – интерактивные ели, установленные Брестским мясокомбинатом на улице Советской. Рядом с хэштегом «Любовь есть». Совместно с администрацией города мы решили украсить нашу главную улицу. И мы надеемся, что этот подарок принесет положительные и теплые чувства нашим жителям и гостям нашего города. Вы видите, что с каждым годом город становится все краше и интереснее. И мы рады тому, что наша компания участвует в этом преображении. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.